Hey, okay, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру под названием Скуби-Ду 2 и монстры на свободе, либо что-то типа того. Ну, вторая часть Скуби-Ду по фильму, которая... Так, ладно, давайте, загадочная машина. Взгляд на старое дерево. Смотреть в окно. О, там их что-то зеленое светилось в окне. Это следы подводника вот этого, который в шлеме. Ну, погнали, парадные ворота. Зомбяк. Ничего страшного. Просто выключался свет. Вот это черный рыцарь. Ну погнали, пора на двери. Блин, мне не нравится то, что экран бывает мигает. Деньним. Вы входите в поместье Виклза. Уходите или платите цену, деточки. Он говорит, надо платить цену. Шегги, что может случиться, если еще раз нажать на звонок? Вот что может случиться, если еще раз нажать на звонок, Фред. Хорошо, команда. Разделимся, и осмотрим тут все. Черт, Люки старика Виклз отправляет любого, кто подходит к его двери, падать к нему в подвал. Помогайте мне и Скуби-Ду передвигать воронки влево и вправо, чтобы ловить падающих людей, а также хрустики, которые тоже попадаются. Ну, старика Виклза в подвале много всяких страшных вещей, поэтому берегитесь. О, я помню это. Это, если что, он ХП наше. Это помните, как игра про... Мы с вами играли... про губку Боба. Второй уровень. Прекрасно. Оно будет сейчас сложнее и сложнее. Я говорю, в принципе, как... Главное, мусор не ловить. Старик. Афроамериканец. Девчули, которые печенье, походу, продают. Так, мы достигли третьего уровня. Поймай 20 падающих. Но видите, у нас локация меняется. Главное успевать смотреть, где открывается. Четвертый уровень? Подожди, а сколько тут всего? 5? А, поймай как можно больше людей. Thank you.
Минутку еще, да. Ой-ой-ой. Ну я не успеваю, я что, виноват? О боже! Все. Ладно. Это было жестко. Продолжить. Хорошо, Скуб. Если мы хотим действовать как детективы, нам надо разделиться и осмотреть тут всем. Вперед, дружище. У нас появится шанс показать, что мы не полные неудачники. Окей. Надеюсь, что-нибудь. Иди ко мне. Вот этот первый момент в игре. В особняке Виклза явно проблемы с привидением. Мы должны помочь Скуби найти. Все же сейчас охотника за стражами, чтобы очистить дом. Некоторые двери будут заперты, чтобы открыть их. Соберите хрустики, чтобы доставить коробки с хрустиками, щелкните мышкой. Вот это первая игра, ну... Как ни... Это первый момент, который я боялся проходить. Чтобы вы понимали. Это первое. Вот из-за этого я боялся. Типа, здесь призраки ходят, и они стрёмные. Ну, видите, я раньше не знал, что здесь... Ладно. Вот, меня словили. Минус хп. Ну, экран, конечно, немножко дергается, но... А как мне его пройти? Вот как мне его пробежать? И при этом не сдохнуть? А, мне подняться надо было. Я понял. Все. Плюс одни двери. Скуби снэк. Семьдесят Скуби снеков. Скуби снек. Страшный стол. Призрак, давай за мной. Ага, грязный монстр, окей. Без проблем. Вот этот уровень я боялся в детстве играть. Потому что любой, вот вообще, любой хоррор-момент, даже в таких играх, меня пугал. То есть я смотрел некоторые ужастики, там, Обители зла, и все в таком духе. Ну теперь я про... Стоп, а где еще? Так, походу где-то я...
упустил дверь. А, вот оно. Вот наша дверь. Еще один предмет остался. Ну, только рюкзак, да, остался взять. Шеги, смотри! Those aren't clues. Это не улики. Wait, подожди. Like, что это? This? The faux ghost. Призрак Фокс. Нам повезло. Это будет сегодня ночью. Возможно, старик Виклс будет там. Dude, дружище, мы такие сыщики. Да, это то, что надо, Скуп. Like призрак черного рыцаря. О, сейчас самое прикольное, я помню, в игре было. Теперь, когда у Скуби есть охотничек за страхами, он быстро разгонит эту толпу призраков. Чёрните мышкой, чтобы активировать охотника за страхами. И очертите круг вокруг каждого призрака. Чёрный... А, нет, это не то. Но это, как я говорил, помните? Тоже, типа, из этого взято. Когда мы... уничтожали призраков в этом блять, ну вы поняли, прогубка Боба, когда мы с помощью Сэнди волосо ловили. Вот тут уже видите две мини-игры, которые там мы использовались. Это, если что, босс был. One, two. Блин, из-за того, что разрешение маленькое, мышка очень быстрая. А у меня, чтобы вы понимали, на мышке DPI 3600. Зомби сейчас. Окей. Сейчас будет все быстрее, быстрее. Да боже. Почему круг не создается нормальный? Пронесло. Дружище, похоже, у нас есть ключ к разгадке. Мы можем раскрыть тайну. Брат, ты снова ешь травку? А, возможно, это правильно. Мы сами найдем старика Виклза и узнаем, что ему известно. Сначала нам надо разобраться со старым. Да. Блин, подожди, а где тот момент, который был очень прикольный в игре? Он же тоже использовался против этих монстров. Или нет? Фейкс. Фокс. Зи, я знал многих из этих. Этот парень. Там. Это Карл Магнус. Призрак Роберта...
Роберту. Если они нас заметят, они пригласят нас на шашлыки. На роль шашлыков. Шашлыки. Как же нам таким крутым и блистательным выбраться туда незаметными? Парикмахер. Детективы работают под прикрытием, правда? Но где нам найти костюмы? Блин, я могу войти в магазин, либо я могу идти к тротуару. Но я хочу найти все, что здесь есть. Или лучше в магазин пойти? Скуби и Шаги должны переодеться, чтобы попасть в ложный призрак, и чтобы их не узнали. Но помните, стиль учитывается, их внешний вид должен совпадать. У каждого костюма есть 4 уникальные части. Перетащите каждую часть на наши ребят, чтобы создать прекрасный облик. Так, давайте вспоминаем, в чем был тогда Скуби-Ду. Скуби-Ду был... Скуби-Ду, так я помню, выглядел. Блин, в чем же тогда был Шейги? Я даже не помню. Groovy jacket, like groovy pants. Нет. Stylin' jacket, stylin' pants, stylin' hat. Кажется так. Монет Скуби-Ду полетел. Так, теперь... Вот я помню здесь вот за луну. То, что там лицо всегда было. Найди на улика. Ну, пока что ничего странного. Груби. Блин, я не угадал, в чем был Шеги. Черт. Я думал почему-то, что он был в красном. Я помню, у него какой-то был экзотичный костюм. Ну что, погнали? Зи-зи-зи. Все разошлись, как Красное море. Это я, Шейди МакКрипи, и мой брат Эсти МакКроули. Мы в доме и готовы к вечеринке. Оу, да, вечеринка. Хорошо, Скуб, давай разделимся и поищем старика Виклз. Скуби и Шаги должны исследовать каждую щель и уголок ложного призрака и найти хрустики. Держись подальше от бродячих призраков, чтобы не раскрыть свое прикрытие. Вот это, короче, типа что-то того, что было, только здесь будет немножко прикольные элементы. Ну, допустим, первый, да? Нужно 30 снеков.
Да, я просто помню, что где-то я тогда играл, и там были эти элементы. Так, еще три снека надо найти где-то. Похоже, нам пора по-мужски победить этих злодеев в их собственной игре. Игре танца! Каждая цветная форма соответствует танцевальному движению. Щелкните мышкой, когда нужная форма появляется в окошке. Парень, поскольку мы можем немного проголодаться на танцевальной площадке, нажми на крутошки, чтобы пополнить дополнительные очки. Вот я помню, тут прикольная музыка была. Тут даже, видите, его элемент есть. Вот кирка, а там его фотка. Так, кость, летящая мышь. Так, минус один. Ага. Теперь шаги. Yikes. We are the world famous Poseidon Piccolacular. I am picking up what you're putting down. Смоляной монстр? Адиос! Груви! Груви! Янкс! Так, мне еще нужно две пачки взять и сразиться с костяным. We are the world famous Poseidon Piccolacular! О, вот снеки. Похоже, нам пора пом... Так, это уже было. Но шахтер меня вообще прикалывал, когда он танцевал. Ну, музыка вот охеренная здесь. Так. Thank you.
Но вот и все, главная битва. Да ёж, средневековье. Кажется, я знаю, кого на проверку возьму. То есть я пропустил, мне дали на 10 очков меньше, да? Ну скажите, разве тут музон херовый? Хотя темный рыцарь плохо виден, на самом деле. Эй, погоди-ка. Ты Скуби-Ду. Дворняга, которая помогла отправить нас в Терригагу. А ты лучший друг, Шегги Роджерс. Зоинкс, Скуб. Похоже, выход из этого положения только один. И ведет он прямо к другую проблему. Вперед. Фу, а тебя плохо пахнет. А тебя тоже. Скуб, туда идет старик Виклс. Пойдем за ним. Если не ошибаюсь, он тогда в пещеру пошел. Внимание! Похоже, Виклс привел нас в ужасный город призраков. Призраков? Да. Город призраков! Ого! Мы должны пойти за ним и узнать, что он задумал. Ага. Окей, давайте мы с вами на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!